Жители дома номер 7 по улице Южная в рабочем поселке Монино уверены, их подъезды не убирают должным образом и не обрабатывают дезинфицирующим раствором так часто, как это необходимо. Сегодня данные процедуры должны стать обязательными, но особого рвения выполнять их управляющая компания не проявляет. Вот я с утра дома нахожу, я ни разу не видела, чтобы пришли дезинфицировали. Обращение жительницы дома номер 7 поступило к временно исполняющему полномочия главы округа Андрею Булгакову. Уже на следующее утро он приехал в Монино с проверкой, лично осмотрел подъезды дома и пообщался с владельцами квартир. Мне вчера личным сообщением в Инстаграм написала ваша соседка. Соответственно, я сюда сразу выехал. Да? Качественная, правильная дезинфекция подъезда. Ручки, перила и промывка входной зоны, да, и входные ручки, домофон. Это обязательная вещь. Руководство управляющей компании «Вега», обслуживающий дом, уверяет, дезинфицирует согласно правилам и график имеется. Жильцы же иного мнения. По 8-му повесили эту доску. С 30-го числа, посмотрите график, я все это сфотографировала. Когда это и как что убиралось. Пока наша жительница вчера не подняла вопрос по этому поводу. Потому что, находясь дома на самоизоляции, да, получается, сейчас, она все это видит. Сегодня я выходила на работу, уборщица первый, второй этаж помыла, а третий, четвертый, пятый ей не нужно. Вчера она была, она помыла вонючей протухшей тряпкой подъезд. Вот. Она сказала, что ей платят 100 рублей за лестничную площадку и типа привыкайте. Вот. Я говорю, а хлорка, ну там защитная маска. Ну она говорит, нету ничего. Помните, во время уборки и дезинфекции сотрудники управляющей компании должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Они обязаны повесить на стенде в вашем подъезде оформленный график дезинфицирующей обработки и информацию о том, как правильно вести себя в период пандемии коронавируса. Временно исполняющий полномочия главы округа дал критическую оценку работы УК «Вега», обслуживающий дом номер 7. Поручил устранить недочеты в кратчайшие сроки, должным образом проводить дезинфекцию подъездов. Нету никакой информации по коронавирусу, по штабу, по скорой, по то, что должно было попросить. Поручение регионального штаба размещаться. Да, это надо к вечеру все эти распечатки повесить. Значит, нужно нормальную большую таблицу, чтобы жители могли контролировать. Не вот эти вот бумажечки воткнутые отдельно, да, по дезинфекции подъездов, с графиком. Андрей Булгаков отметил, что будет держать вопрос работы УК в период пандемии на личном контроле. Анна Балиет, Александр Аржевский, Щелковское телевидение.